Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Ранг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванча Калпатару Васча Кипа Синду Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайтагирим Джат Кипа Тамханг Ванде Парама Ананда Мадавам Бриндавай Тулсидев Вайпиявай Кешава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Ванутапалья Бхавадибутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапига Павадуша Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхи Камай Када Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита Бхужо Канака Бодато Санкиртаной Кавитаро Камала Ятакшо Вишамбару Дижабару Джугадхарма Пало Банде Ягат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Таба Пада Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджишва Бадане Лакшмир Джасса Чабхакшаси Джасса Стиде Самбит Твам Нисинга Махам Бхаджи
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jeva mai se kishtho hidartha, jane shudehan tarabharti kesu, gehesu jayat majarati matsu, na prit yugata, javadartha suloke, jeva mai se kitaso hidartha, jane shudehan tarabharti kesu, gehesu jayat majarati matsu, na prit yugata, javadartha suloke. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru сказал, что наказать и даровать милость Ануграха и Ниграха есть два таких слова Ануграха и Ниграха. Ануграха значит даровать милость. Ниграха значит наказать. Гуру Вайшнава не оставляет за собой право как даровать милость, так и наказать кого-то внешне. Наказание, если посмотреть по сути, часто это является большей милостью, чем наказывание кого-то. Но обычные люди не могут понять. Всегда, поскольку обусловленные души, это их болезнь, находить ошибки в Гуру Вайшнавах. У них нет Вайкунтха Даршана. Вайкунтха Даршана значит внешне какие-то противоречивые ситуации, но мы должны видеть все благоприятно, хотя внешне может выглядеть это плохо. Но все же чистый вайшнава всегда смотрит в позитивном ключе на обусловленные души, их хроническая болезнь. Они находят недостатки в Гуру Вайшнавах и в начале всего. Они не могут понять, что такое Гуру Таттва. Во всем мире, я обещаю вам, во всем мире, если вы решите эту проблему, только эту, я не говорю о Расалиле или еще о чем-то, только если вы решите помочь людям понять и показать, кто такой подлинный гуру, кто такой подлинный вайшнав, и тогда все остальные проблемы решатся. Но из-за непонимания, из-за заблуждения о том, кто такие гуру, кто такой вайшнав, и все последующие проблемы возникают. И вот сегодня я говорил днем, that the son-in-law, вот родственник, это муж дочери Сарвабхаума Бхаттачарьи, он находил недостатки в Шри Кришне Чайтанья Махапрабху, кто есть Верховный Господь. Как Рамачандра Пури, он находил недостатки в Шри Чайтанья Махапрабху. Но внешне мы можем видеть то, что Рамачандра Пури, он принял прибежище в Мадхавендра Пури. Смотрите, великий Мадхавендра Пури. И все же он не ученик.
И в этом главная проблема, кто может определить вот такое суждение, кто вайшнав, а кто нет, каково его право и отсутствие, что есть правильно, что нет, мы не можем право этого суждения отдавать в руки каких-то глупых демонических людей. Мы не можем давать эту ответственность им, чтобы они судили, кто вайшнав, а кто нет, поскольку в соответствии с Шримад Бхагаватам, ну, имеется в виду в Кали-югу, люди многие считают, что деньги — это главное. Бритья, деньги. Кто-то думает, что если у него есть деньги, то может все купить. Но у них нет представления основного обо всем. Шрила Прабхупад снова и снова говорил, что с помощью денег мы не можем построить храм. Мы с помощью денег нельзя набрать учеников или построить храм. Имеется в виду таких подлинных, настоящих учеников, как у Шрилы Гуру Кешода Сварджи Махараджа был только один ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Можно видеть, какие-то дешевые гуру набирают множество таких, таких же учеников, подобных им, которые похожи на обезьян нынешние. И это от непонимания гуру татвы, шишья татвы. И в этом проблема. И вот кто вайшнав, а кто нет, это суждение мы не можем отдать в руки каким-то сумасшедших людей, которые горды своими деньгами и еще чем-то. И вот я хочу, кто-то говорит, что хочет жить спокойно, чтобы его не беспокоили. И Шрила Прабхупад говорит, те, кто говорит таким образом, их, они, эти наслаждающиеся, они никогда не могут совершать харибаджан. Те, кто постоянно стремятся к какому-то умиротворению, спокойствию, чтобы их никто никак не беспокоил. И такие люди... А как правило, не знают гуру татву, поскольку если бы они знали гуру татву, они не смогли бы так сказать, поскольку во время дикши мы должны предаться полностью гуру Падме, и тогда у нас нет права говорить, что это здание мое или деньги их или еще что-то, все. До последнего мы должны предложить гуру Падме, по крайней мере, в уме. Не должно быть у нас никакого ложного эго, что что-то наше. Но если какое-то лицемерие есть, то люди даже в уме не могут предложить все гуру Деву. И вот Шрила Прабхупад говорил Шабари Риши. Уж вы слышали имя Шабари Риши. И после того, как он совершал баджан 60 тысяч лет, он все потерял. И вот не выражайте сложное эго. Кто-то гордится своими деньгами, образованием или каким-то положением в обществе или еще чем-то. У кого-то есть какие-то способности, но наши гаудия преданные, они никогда не хотели быть пропагандистами. Харикатха — это не пропаганда. Харикатха и подлинный гуру вайшнав может свою харикатху изменить всю вашу жизнь, и это зовется подлинный харикатха. И вот ложное эго, что мы можем сделать. У кого-то есть какие-то способности, я знаю, но я говорил, что гаудии чистые, гаудии преданные никогда не ожидают ничего от гуру вайшнавов и бхагаванов.
у них нет никаких ожиданий, они хотят отдать все. Если у них есть какая-то особенность, как Госвами Махарадж, Мадхав Госвами Махарадж, у них это особые преданные. Даже Мадхав Госвами Махарадж сказал, какое терпение есть у Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. И когда мы не смогли, и вот Шрила Прабхупада однажды хотел основать храм в Южной Индии, вот месяц за месяцем преданные пытались что-то делать, но там люди очень жадные, не хотят ничем помогать, ничего делать. И Шридхара Госвами Махарадж сказал, что мы долгое время уже пытаемся, ничего не получается. Я думаю, не стоит дальше что-то делать. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, может, мы плохо пытались, еще ничего не сделали. И что же это? Шридхара Госвами Махарадж сказал, да, это он зовется Шридхара Госвами Махарадж, это зовется Гуру Севы. Вы знаете признак Гуру Севы? Кто-то слушает Харикатху, если спрошу вас, что вы сможете сказать, каков признак чистого преданного, каков признак Гуру? Кто-то может сказать, но правильно сказать, кто сможет. И вот мало кто сможет это принять, даже осознать. И вот смотрите, Гуру Севак никогда не чувствует усталости. Это признак. Непрерывно совершает Гуру Сева. Они никогда не чувствуют усталости, чтобы проповедовать подлинную Сиддханту Чайтанья Махапрабху. Мы очень удачливы, мы настолько удачливы, что мы не можем представить нашу удачу, поскольку с помощью Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура, Шрилы Бхактивинода Такура мы обрели все. Я имею в виду подлинное учение Гауранги Махапрабху. Мы обрели подлинное учение Шри Чайтанья Махапрабху, если Шри Чайтанья Махапрабху был бы здесь перед нами, совершал различные лилы, мы бы не смогли понять. Если у нас была бы возможность, поскольку Шри Чайтанья лила, она вечна, и сейчас можно найти Гауранга лилу, если мы достаточно чисты, мы в Святой Даме мы не будем видеть каких-то материальных отелей, ресторанов. И вот здесь вот, вот в этой шлоке говорятся такие слова. И даже сейчас Гауранга Махапрабху совершает ту же самую лилу. Какие-то великие, какие-то удачливые люди могут понять, осознать ее. Можно найти в Джавадхарме два молодых человека с Шинатпура. Два. Вот, вот оттуда, откуда-то. С той деревни. Нигде Рудрадвипа, дальше, если пройти, там Шинатпур. И вот два молодых человека пришли к Рагунанда с Бабаджи Махараджу, который жил в Шивасангане в то время. И вот после того, как они получили дикшу, они очень были заинтересованы в слушании Харикатхи день и ночь. И Бабаджи Махарадж говорил Харикатху подобно ветру. Это признак, Шрила Прабхупад говорил, если вы чувствуете усталость, если вы устали, вам надоело говорить Харикатху и слушать Харикатху, то это значит, что вы не преданные. Может, весь мир будет вас как-то хвалить, но это не так. Шрила Прабхупада сказал признак чистого преданного. Он может чувствовать, он чувствует вдохновение все время, говоря Харикатху, совершая Харикиртан. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху показал, как совершать киртан, и все преданные Шри Чайтанья Махапрабху тоже с таким же вдохновением совершают киртаны. Что я хочу сказать во время дикши?
они получили дикшу, и долгое время они слушали харикатху, получали шикшу, и они попросили Бабаджи Махараджа дать ему дикшу, посвящение. И вот они организовали пир по этому поводу в Шивасангане. И вот чистые, и вот они там все были преданные, хорошие преданные, которые приготовили все, предложили Господу и раздали во время этого праздника. И вот многие находятся в замешательстве, кто о том, кто такие чистые преданные, кто-то даже услышав, не могут понять, осознать это. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, снова и снова говорил, думать, что о Вайшнаве, как он не Вайшнаве, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что думать о Вайшнаве, как о не Вайшнаве, это очень опасно. И также принять не Вайшнава, какого-то глупца за Вайшнава, это тоже опасно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, я могу показать. И вот принять какого-то глупого человека, как саду ачарью, гуру, это очень опасно. И еще опасно игнорировать настоящего чистого вайшнава. И думая, что он не вайшнав, эти два варианта очень опасны. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что ища во многих местах, объездив множество городов, деревень и всех мест паломничества, и сравнив все, можно ли встретить там какого-то чистого саду или нет, это зависит от нашей удачи. Кто-то получил какие-то деньги, думает, что это большая удача. Это плохо. Но когда вы встретитесь с чистым саду, это ваша великая удача. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, говорит, это невозможно. И вот практически невозможно найти подлинного саду, объездив множество мест. А если вы все-таки встретились с чистым саду, то вы, несомненно, очень удачливы, поскольку без одобрения Нитьянанды Баларама это невозможно встретиться с подлинным саду. Это воля Нитьянанды. Нитьянанда, он смотрит на наше сердце, на чувства, которые там чистого преданного можно проверить. Если вы оскорбите его, выгоните, то он не будет возмущаться. И поэтому можно наблюдать многие такие общества, ничего хорошего там не происходит из-за оскорблений, которые они совершили. Кто может помочь им? Они думают, что они все. Он каждый думает, что он царь в своей деревне. И поэтому, почему недостаток харикатхи и харикиртана – это вопрос, заданный одним преданным Шри Прабхупаде. Почему недостаток харикатхи и харикиртана? Почему вы часто говорите об этом? Множество людей говорят харикатху и слушают, но Шрила Прабхупад, он не глуп, он ответил. Он сказал, что нет. Подлинная харикатха, настоящая харикатха, она очень редка. И вот поэтому недостаток именно такой подлинной, настоящей харикатхи, поскольку мы хотим оскорбить Гуру Вайшнава. Даже можно видеть, в большинстве храмов выгоняют подлинных гуру вайшнавов, поскольку они видят суть вещей.
много вещей случалось, даже иногда тех, кто говорят правду, пытаясь застрелить кого-то, и вот не буду говорить, в каком храме это произошло, вот какого-то преданного застрелили, который... Потом его быстро в саду закопали, все помыли, все закрыли, как будто ничего не было, поскольку тот говорил правду, что это не так, зачем вы это делаете. И, к сожалению, такая ситуация бывает. И вот Шрила Прабхупад говорит, недостаток харикатхи сейчас. Почему? Поскольку многие хотят выгнать своих храмов Гуру Вайшнавов, хотят жить, как раньше жили, чтобы никто не мешал. They memorize and speak or heart power one word. There's no harikatha. Просто что-то запомнить и говорить нельзя назвать это харикатха. Харикатха – это не просто говорить, нужно еще делать то, что вы говорите. Нужно осознать все это, исследовать тому, что говорите. Это зовется подлинной харикатхой. И такая харикатха очень редка. Популярность может быть какая-то. Но популярность и харикатха – это разные вещи. И вот перед Шрилой Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактивинода Тхакура, когда говорил он того, в Сванада Сукада Кунджа, и вот Кришнадас Бабаджи Махарадж, ученик его, там Самадхи Мандир рядом, он Савак Бхактивинода Тхакура был, и вот он слушал. Иногда Горкишор Бабаджи Махарадж, он тоже приезжал и слушал, служителей было мало, два или один. В то время там была деревня, да и сейчас тоже. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, я видел то место. Там было место, где Шрила Бхактивинода Тхакура сидел, говорил харикатху, потом все сломали. Какую-то комнату построили. И вот если кто-то говорит, что хочет жить спокойной жизнью, чтобы его не беспокоили, это голос пассивного вожделения, пассивная кама, которая может доказать, что человек, у человека есть вожделение. Склонность к наслаждению и прочего, иначе мы не могли бы такого услышать, поскольку преданный говорит, любые сложности, проблемы, испытания, которые придут ко мне, я готов их всех преодолеть. Это слова и образ мысли подлинного преданного, наша Гуру Варга. Шридхар Дамгасвами Махарадж, Мадхава Гасвами Махарадж, они никогда не выступали против Шрилы Прабхупады, даже в уме. То, что говорил Шрила Прабхупада, они никогда не говорили, что слишком много Шрила Прабхупада им дает. И вот терпение, если мы сможем увидеть, у кого-то есть терпение огромное, громадное, бесконечное терпение. Это признак. Мы должны запоминать все, чтобы нас никто не одурачил. И вот мы должны эту сиддханту переварить. Если вы
хотите увидеть бесконечное терпение, как Шрила Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. Какие-то его так называемые братья боги оскорбляли открыто, он не возмущался. Или Шрила Вамана Госвами Махарадж, Бхарати Махарадж. И вот Бхарати Махарадж даже пошел принять омовение. Кто-то там закрыл комнату на замок и ушел, а тут стоял и ждал. И вот у нас должно быть терпение. У нас нет времени жаловаться какой-то полиции. И вот я молюсь Нитянанде, зачем мне отвлекаться на какие-то мелкие вещи, я хочу совершать Гуру Сева. И вот преданный не жалуется никому. И вот почему я говорю все эти предваряющие вещи. Мукунда был наказан Гуранга Махапрабху. Чхота Харидас тоже был наказан. Вот Махарадж забыл сказать, когда вот про этих учеников Рагунатха Дас Бабаджи, когда прасад раздавали, тогда эти преданные, они увидели Сачимату, Малинима. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, как Джайадхвани. И вот они увидели Шивас Пандит, Малинима и все остальные. Они увидели их, поскольку лила, она вечна, мы не можем сказать. Лила, она вечна, как Сиддхартха Госвами Махарадж, он созерцал Гуру Нитянанду. Можно видеть киртан Сиддхартха Госвами Махараджа, или Кришна Дас Бабаджи Махараджа, или Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махараджа, как они совершают киртан так, как будто они видят, созерцают Кришну, иначе киртан с таким глубоким чувством невозможен. И это не их это не какой-то обычный киртан. Это киртан с подлинным чувством. И вот до сегодняшнего дня я обещаю вам, мы сможем увидеть все, если вы достигнете этого уровня. И вот маленький Харидас был наказан за то, что принял обет отречения и не смог его следовать, завожделил служанку Малини, и Мукунда тоже был наказан. Мукунда Датта, сегодня день его явления, Мукунда Датта и Васудев Датта, оба они братья.
Васудевдата старший, а Мукундадата младший брат. Они оба родились в Саптаграме. Сейчас эта территория отошла к Бангладешу, но они вечные спутники Гуранги Махапрабху, они явились здесь и с самого детства. Они учились в школе в то время в Гурукуле. И Шри Чайтанья Махапрабху также относительно возраста Гуранга Махапрабху и Мукунда были примерно одного возраста, они были с одной школы под руководством одного гуру учились, но Махапрабху, он Бхагаван, они его преданные, они могли понимать друг друга. И вот этот Мукунда Датта и Васудев Датта старший сын, они вечные спутники Гуранги Махапрабху, и в то же время они вечные спутники Рады Говинды. Почему? Поскольку все они пели, на собрании Нанда Махараджа, если вы будете петь Яма Киртан, то вы увидите Кришну после того, как вернулся с полей. И после этого принял омовение и прочее, и пошел в Гошалу, и коровы, не видя Кришну, не могли давать молоко. Когда они увидели Кришну, они буквально начали танцевать от радости. И вот Нанда Махарадж, он ожидал Кришну и Баларама прийти в Гошалу. Я был в той Гошале Нанда Махараджа. Но сейчас уже лет 500 прошло уже, и больше даже, в общем, одно место осталось, и вот там, вот от этой Гошалы, правило было, то, что Яшодама, она брала, отправляла слуг, чтобы привести Кришна Баларама, они были голодны, и накормила их, и после просада они, по идее, должны вернуться, были на собрании Нанда Махараджа. И вот он сидел на своем троне, Нанда Махарадж. Кришна Баларам был его сыновьями, принцами. И хотя Баладев, он не сын Нанды Бабы, но все же Нанда Баба никогда не думал. Он всегда думал, что он его сын, и поэтому во время номинации, когда Гаргамуни хотел дать имя ему, в то время можно найти. Баларам сидел на коленях Нанды Бабы. Кришна Баларам, они не друзья были, и вот, приняв просад, они пришли вечером, в это время, поздним вечером. Они шли на собрание каждый день, слушали какие-то новеллы, какие-то что-то написанное чем-то, или танцы, песни чьи-то, какие-то были такие мероприятия постоянно. Ну, он со царем был, поэтому всякие были эти такие мероприятия. И вот, Мукунда Датта и Васудев Датта, они вечные спутники Кришны, также в Кришна Лиле Мадуканта и Снигдаканта их звали. Мадуканта и Снигдаканта, они были певцами. Нанда Махарадж наслаждался, слушая их пение. И вот во время Нанды Бабы и вот они пели для полного удовлетворения Гуранги Махапрабху. Даже перед тем, как Гуранга Махапрабху явил свою лилу,
лила Гуанги Махапрабху уже явлена с рождения, но все же не каждый мог понять, что он Верховный Господь. Адвайта Госвами мог понять. И поэтому он проверял еще как-то и пытался удостовериться. И в то время на собрании Адвайта Госвами каждый день буквально. После школы они приходили на собрание и слушали, что там происходит. И преданные они плакали, слыша это Мукунда Датта. Никогда не пел никаких материальных вещей. Он с рождения был великим преданным. Он пел киртаны для удовлетворения Шри Кришны. И Махапрабху специально шутил с ним. После того, как школьная программа кончилась, он ловил их, говорил, что вы должны ответить на мои вопросы по логике Паньяи. Мукунда сказал, что идти надо, но некогда, нет, вы должны ответить на мои вопросы по логике Паньяи, и тогда можете идти. Мукунда говорил, эти материальные вопросы не нужны мне, не хочу с ними связываться, но Махапрабху специально это делал. И поэтому, когда Мукунда смотрел, что Нимай там, он избегал как-то, переходил на другую сторону, и Нимай смеялся. Что он настоящий вайшнав, поэтому он избегает меня, но я когда достану таким вайшнавом, что весь мир придет ко мне. Махапрабху так пошутил. И вот он Махапрабху подшутил, что в моих разговорах нет ничего о Кришне, поэтому он избегает меня, но в какой-то день я стану великим вайшнавом, даже Брама и Шанкара не придут ко мне в очередь. И вот Бхагаван специально пошутил так, и когда Махапрабху явился, и все поняли, что он Верховный Господь, и вот Махапрабху и проявился в такой четырехруговой форме. И после этого Мукунда начал следовать Гуранге, как, буквально как тень, он начал следовать за ним. Он понял, он был очень разумен, и это был тот самый Мукунда, который взял Гададхар Пандита, чтобы встретиться с Пундарик Виданити. Но Гададхар Пандит, он превратно понял его, и Гададхар Пандит, он на Радхарани, он не смог понять Пундарика, что он вайшнав, очень столь богатый, живет пан, плюет золотой горшок, что за вайшнав такой. И куча слуг омахивает его пахалом, живет как царь. And all backbras here, costly chandan, tail. All in the room, there is a symptom of appliances. So Godadhar speaking, и вот Гададхар говорит Мукунда Прабху. I mean, bring me to meet with Vaishnav. Better if I could, you know. I am meeting with this Vaishnav. How I can this? И тем временем Мукунда понял настроение Гададхара, чтобы выразить факт. И вот Мукунда, чтобы показать, кто он произнес вот эти две шлоки с Бхагаватам. Пурайану Гопабиндай Бриндараннам Сападараманам Правишад Гита Кирти Дас. One stroke is sufficient. Krishna coming back from posturing field. И вот он произнес эти шлоки, и Gadadhar Vishnu. He cannot understand how great the devotee is.
для того, чтобы дать Гададхару понять, как сколь велик Пундарик Видьянитхи, который только услышал эти шлоки, он упал со своей постели. Он начал рвать на себе эту дорогую, красивую шелковую одежду. И Гададхар Пандит понял, о, да, это я приватно понял его, в виде его. Видя его такое внешнее недостойное поведение, иногда какие-то преданные, как Джанак Матриши Махарадж, Ютачхи Махарадж, Паридху Махарадж или Амбариш Махарадж внешне для удовлетворения Бхагавана. Дуба Махарадж, Прохлад Махарадж, они говорят, что нам не нужно сидеть на посте, занимать пост царя, нет. Бхагаван говорит, нет, это мое указание. Вы должны исполнять такое служение. Вот есть Ютишча Махарадж, находясь на царском троне, находился только для того, чтобы Кришна был доволен им. А мы внешне ведем какое-то изобилие всего и запутываемся. Или Шрила Бхактивинода Тхакур, он внутри был великим преданным, а внешне работал обычным губернатором. Кто мог понять его? Мало кто понимал, что он великий преданный. Люди были одурачены его внешностью. Иногда преданные Нишкинчан Бхаву хранят скрыто, как Шрила Прабхупад. Внешне он ходил в дорогой, хорошей английской одежде. Внешне был очень отречен. А внутренне был очень отречен, и вот это олицетворяет собой суть Радхарани. Радхарани носит красивую одежду, но внешне она очень отречена. Внутренне она очень отречена, и вот Радхарани никогда не проявляет внешнюю Нишкинчан Бхаву. Она красиво одевается внешне для чего? Для служения Кришне, для удовлетворения Кришны. Если бы она читала 100 шлок во славу Кришны, что толку от этого? Кришна хочет видеть, насколько мы любим его. Если Кришна голоден, мы занимаемся цитированием шлок, то будет ли Кришна доволен этим? Кришна более доволен, когда Ясода идет и готовит какую-то еду для него, а не говорит, вот сейчас я 4 круга повторю, потом еще что-то, потом еще там, а потом через неделю буду готовить. Нет, сева более важна. Один глупый международный проповедник, не хочу его имени называть, международный смысл, ездил везде, что-то говорил. Не так важно, как его зовут. И вот он совет дал своему ученику: зачем ты готовишь, поклоняешься, время теряешь? Наш Гурудев сказал, что просто повторить харинам достаточно. И вот он так ездил и проповедовал. И внешне он вроде успешен был. Но и вот давал совет ученикам, и вот он сказал мне, кто сказал, я поклоняюсь. Вот так кто-то сказал, что просто харинама достаточно повторить. Но тот вайшнав ответил, что обусловленная душа не может повторять харинам должным образом. Сначала нужно совершать служение севу, и после севы, когда мы развили настроение служения, тогда они могут совершать харинам. Гуру вайшнав всегда занимает преданных в служении, а тот ачарья говорил противоположные вещи, и поэтому признак, пытайтесь понять, очень важные слова. И что я хочу сказать, очень важная вещь.
не провели сигнал. Ну, имейте в виду. Вот тут вчера буквально. Тут около Кракова три поезда, ну, в смысле, кто-то там что-то не досмотрел, указатель какой-то, знак не тот подал, и в итоге один поезд врезался на полной скорости во второй, 300 человек сразу погибло, 1000 там пострадали сильно. Ну, люди об этом вроде беспокоятся, но не беспокоятся о том, что какой-то ачарья говорит неправильные вещи. И вот если кто-то занимает положение ачарьи, должен говорить правильные, достойные вещи. А если ачарья говорит какую-то ерунду, которая противоречит всей сиддханте бхакти, то есть если ачарья учит, как ненавидеть гуру вайшнава, то что толку от него? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура в киртане говорит такие слова. Каждую часть секунды Шрила Бхактивинода Тхакура говорит Бхагавану: «О Бхагаван, каждую часть секунды помогите мне увеличить веру в гуру вайшнава, вишвас». И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, он молится Гауранге Махапрабху: «Пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог увеличить веру гуру вайшнава, чтобы моя вера усиливалась, увеличилась секунду за секундой». Но если какие-то ачарьи говорят, что нужно терять веру в гуру вайшнава, то что толку от них? Даже некому возразить таким людям. Это сиддханта, а не вопрос борьбы. Мы не должны быть привязаны к какой-то партии, какой-то организации. Мы должны думать о вечном благе. И вот какие-то неправильные сигналы, неправильные вещи, даже внешние, малые, могут привести к катастрофе. Они не могут обрести бхакти, будут танцевать как обезьяны, но обрести бхакти — это что-то другое. Бхакти — это то, даже если вы потратите много денег, то все равно бхакти не обретете, пытаетесь получить какое-то образование, использовать власть, силу. Все, что у вас есть, можете бросить вызов, но получить каплю бхакти не так просто. И вот Чайтанья Махапрабху, он дает нам понять, предостерегая Мукунду. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит: Мукунда — это не тот, кого Гауранга Махапрабху может наказать. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура правильно пишет: Мукунда совершил ошибку. Как? Мукунда начал петь какую-то песню с детства ради удовлетворения Гауранги Махапрабху. Мукунда, когда пел, он был лучшим из певцов, из киртани. Не только во время Радхаятры, а все время Мукунда, он был подобно тени Махапрабху. И вот смотрите, вы можете понять служение Мукунды, но все же Махапрабху, чтобы дать нам руку, он наказал Мукунду. Когда Махапрабху выразил свою Ишарбаву, Махапрабху он выражал иногда Ишварбаву, иногда Гопибаву, иногда Радхарани-баву, Манджари-баву, время от времени разное, но мы не можем понять, все чистые преданные могут
это Махапрабху, его было настроение Радхарани, да, или какой-то Манджари. И вот когда Махапрабху выражал свое настроение тут, в Шивасангане, то тогда Махапрабху начал даровать прему всем. Брахмаро дурлабха према, даже Брахма Шанкара не просили, хотя бы каплю этой премы, она раздавалась открыто всем. Все читания Махапрабху столь трудно достижимое для Брахма Шанкара, наиречайшее, но это раздавалось Гуранге Махапрабху свободно всем, всем удачи душам. И во время Кришны было какое-то ограничение, но все же Рупа Госвами подпишет, кроме Кришны, кто мог даровать прему даже каким-то растениям. Рупа Госвами подпишет, это Кришна дарует милость. Да, даже растения, даже олени, животные, коровы, они все получили милость, но не так, как Гуранга Махапрабху. То есть Кришна раздавал милость, но не так открыто, как Гуранга Махапрабху, поскольку Гуранга Махапрабху — это совмещенная аватара Гуранги, в смысле Кришны и Радхарани. И вот, когда Гуранга Махапрабху пришел сюда, цвет расплавленного золота, эта милость никогда не являлась во всем творении, даже в Сатья-югу, Трета-югу, Двапар-югу. Эта прама очень редка. И вот он хотел распространить эту праму даже мусульмане. И вот если какой-то мусульманин посылал другого мусульманина, чтобы тот помог Махапрабху переплыть через реку, чтобы он переправил его на своей лодке в Пичолде. И вот он сказал этому, чтобы тот помог саньяси переплыть реку. И вот когда он переплыл реку, Махапрабху вышел из лодки, но этот мусульманин упал от чувства разлуки с Махапрабху. Можете ли вы представить, это непостижимо, даже видя читание Махапрабху издалека. Какое-то животное, тигр, слон, лев. И вот видя читание Махапрабху, они уже чувствовали какое-то божественное чувство. И все жены царя Пратапарудры, они видят и видели Шри Чайтанья Махапрабху издалека. Вот индийское правило, что женщины не должны к саньяси близко подходить, гирлянду предлагать, тем более ачарья не может получать саньясу от какой-то каких-то женщин. Они, женщины вдалеке должны находиться. Но это не значит какой-то жена ненавистничество, нет, мы любим женщин, но все-таки должен следовать каким-то ограничениям индийским. И вот говорится, Шаддо
кому же даровать прему, а кому нет, это суждение. Махапрабху не думал так, он даровал прему всем. Даже жены Пратапарудры, видящие его издалека, сидящие на слоне. И Махапрабху шел и вот воспевал Хари Кришна. И вот они видели его издалека, и все же они, видя Махапрабху, не почувствовали эту божественную любовь, что говорить о людях, даже животные. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, такое наказание, данное Гуранга Махапрабху, это одна из лил. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, такое наказание, данное Махапрабху Мукунди, это подобно милости. И какой-то Махапрабху раздал прему всем, но не позвал Мукунду. Мукунда был снаружи, на веранде. Мукунда думал, что я падшая душа, когда Прабху позовет, я приду. Но Махапрабху не звал долгое время его. И вот тогда наш Шридхар Пандит сказал: «О Прабху, вы не зовете Мукунду, он снаружи ждет долгое время, ждет вашей милости». Тот сказал: «Не могу дать милости ему, почему он так много служений совершает вам?» Он еще раз повторил, что не может дать ему милость, поскольку куда бы он ни шел, он идет на какое-то собрание, приходил, всех прославляет, всех кого-то. Ну, в смысле, идет на собрание Гьяны, сам продай, тоже говорит джай-джай, все хорошо. К вайшнавской сам продай, идет тоже всем говорит джай-джай. Вот Шичтани Махапрабху говорит, я такое не одобряю, мы должны быть строги, придерживаться своего пути, а не пытаться подружиться со всеми подряд. И вот эта строгость показана Шичтани Махапрабху, если мы слишком либеральны относительно всего, это неправильно. Это значит, что наше сердце очень консервативно, и мы хотим людей вести буквально к аду. И вот внешне кто-то может выглядеть умным, но это не всегда так. И вот консервативное настроение, это естественно, чтобы защитить нашу сампрадаю, нашу сиданту. Мы должны быть очень строги. В следовании Шрили Прабхупаде Бхактивинода Тхакура и строгости в следовании тому, что показал Шри Чайтанья Махапрабху. Если мы не следуем строгости относительно сатсанги, относительно служения, относительно харикатхи и харикиртана, если мы не строго не следуем всему этому, то постепенно мы станем сахаджиями сегодня или завтра, и это станет причиной нашего падения. Строго, значит, мы должны быть защищены. Строгость, мы должны быть защищены, чтобы никакие сахаджи не приходили, не оскверняли нашу харикатху. Поэтому мы очень внешне глупые, поскольку множество киртанов написано Шрила Бхактивинода Тхакуром, но мы теряем наше время. И Шрила Бхактивинода Тхакур написал такие строки. И вот, почему не поем эти замечательные киртаны? Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, наш Гуру Вайшнава, я спокойный собака Гуру Вайшнавов, я не могу позволить никакой неправильной сиданте, никакой сахаджи, тех, кто против Гуру Вайшнавов, я не могу позволить их. Мы должны находиться как верный пес у стоп-гуру Вайшнавов, и если кто-то, какие-то недоброжелатели приходят, то мы должны выгнать их, чтобы они не мешали гуру Вайшнавам. So this kitchen you
И вот мы должны совершать такой киртан, то, что я говорю. Все это одобрено. И вот строгость должна быть. И вот чтобы защитить нашу гурвагу, нашу сиддханту, нашу сампрадаю, если я не строг, то тогда моя деви, она... Майя Деви, она служанка Бхагавана Шри Кришны, она буквально выгонит нас. И вот строгость — это не что-то плохое. Строгий вайшнав хочет защитить значимости, достоинства нашей сампрадаи, поэтому мы должны какие-то предосторожности, меры предосторожности проявлять, чтобы все предостеречь. А предостеречь от всего чистой гуру вайшнавы стремятся к качеству, а не к количеству. Те, кто достаточно разумны, достаточно умны, и могут достичь того уровня, кто из тех дживатам, кто может быть достойным быть предложенным Кришне. Если люди заняты какими-то дешевыми деньгами, дешевой славой или еще какими-то низменными вещами, то что толку от этого? И если кто-то ради какой-то дешевки может пойти на все что угодно, что толку таких людей? Only for some stool and urine, public giving, some lab puja patishta. Public giving, no? Public giving me lab puja patishta. Give Bali, you are the international pitcher, you are the jagat guru, speaking. It's called stool and urine. Only for this stool and urine, you are going to act as a, you know, traitor of Gauriya. Вот есть категория таких предателей, которые ради каких-то дешевых вещей готовы продать все, что угодно. Продать всю сиддханту, вичар, гаудия матха и все остальное. Ради какой-то дешевой славы, которая подобна испражнениям. И вот Мукунда был наказан, Махапрабху сказал. Когда Сивас попросил, Махапрабху сказал: хорошо, через 10 миллионов рождений я дарую ему свою милость, не сейчас. Мукунда, когда услышал, был необычайно рад. Махапрабху спросил, почему он танцует, поскольку он танцует с такой радостью, поскольку он получил подтверждение от вас, что получит вашу милость через 10 миллионов рождений, поэтому он необычайно рад. И вот, когда его привели, позвали к Махапрабху, тот сказал, что уже 10 миллионов твоих рождений благодаря твоей сильной непоколебимой вере они прошли. Он был настолько рад, что получит милость от Махапрабху, даже через 10 миллионов рождений это его совершенно не заботило, поскольку главное получить его милость. Он достиг этого и получил подтверждение Махапрабху, поэтому был необычайно рад. А время, место, обстоятельства — это все находится под контролем Верховного Господа. И вот как для гопи во время Расалилы, которая продолжалась огромное количество времени, для гопи она
прошла очень быстро, они даже не заметили. Вот Мукунда, он лучший из севаков Гуранги, но Махапрабху дал ему наказание. И это была подлинная милость для него. Или еще можно вспомнить Кулавеча Шридхара. Шридхара, который продавал бананы Махапрабху. Он тоже даровал ему милость, подлинную, несомненную милость, даже когда Махапрабху и выразил Ишвара Бабу, он позвал Шридхара. Ой, Шридхар посмотрел, да, он тот самый браман, который дрался со мной ради зеленых бананов. И, ну, в общем, тот самый, который очень сильно торговался с ним. И вот это он самый Ишвара. И вот Шридхара начал трястись от страха, упал на землю. Что ты самый, тот самый, кто постоянно спорил со мной. Сейчас я, что я вижу? Да, я тот самый Абсолют. Я сказал тебе, но ты не поверил. Я сказал тебе, зачем так много денег тратишь на поклонение Ганге, лучше поклоняйся мне. И Шридхара не понял, что Махапрабху говорил правду, и вот спустя некоторое время он понял, кто такой Махапрабху. И вот Шридхар, он, когда увидел Махапрабху в форме Верховного Господа, он затрясся от страха. И после того, как Кази получил милость Махапрабху, Махапрабху пошел и пошел в Шивас, дом Шиваса, точнее, дом. Соседи возмущались, что он Харе Кришна повторяет, думали, что от голода. И вот Махапрабху пришел, когда после пришел к нему домой, к Шридхару, сказал, что я хочу пить, если вода какая-то увидел, какой-то. Какой-то горшок железный, дырявый. И вот Махапрабху взял, выпил из этого горшка, из дома Шридхары выпил эту воду. Это случай показывает, какую любовь Махапрабху испытывает к своим преданным. И если вы поймете это, осознаете все, то вы не сможете оставить Махапрабху. Кришна никогда не показывал, так, не выражал таких чувств. Вот эту бесполезную воду, которую Шридхара оставил на улице, он выпил ее. И если я буду говорить, это будет займет долгое время, но так или иначе. Сегодня также здесь Нан-Ятра, я должен что-то сказать о ней, иначе тема будет не закончена. И вот раньше посещал Нан-Ятру, сейчас не получается, поскольку все остальное не успел. Даже побриться не успел, если бы побриться, что-то бы упустил. Надо было там и там быть. И вот сегодня день. И вот вначале всего можно спросить меня, каково внутреннее значение Снан-Ятры, Снан-Ятра Джаганатха.
Значит, Джаганатх, он принимает омовение, это как бы такое простое значение, но на самом деле сегодня тот день, Джешта Пурнима, сегодня тот самый день, когда Джаганатх явился в этом мире. Сегодня тот самый день, долгая история, когда Джаганатх явился в форме бревна Дару Брамы, и потом Джаганатх проявился . Это долгая история, не буду рассказывать ее. Наставление Джаганатха было в том, что сегодня я явлюсь. И Джаганатх сегодня явился. Сегодня тот день, те самые титхи, когда Джаганатх явился в этом мире. И вот сегодня день его явления и наставления Джаганатхи Индрадюмни Махараджу. Было в том, что можешь найти колодец, где вот вода, и в этом колодце все важные воды со всех мест паломничества, не только Ганги, Ямуна, Сарасвати, и Кавери и Нармада, а еще все остальные святые воды, как это возможно. Но возможно, по воле Господа все возможно. Даже Кришна сказал Нанди Бабе: «О, отец, почему ты идешь принимать омовение в различных святых местах?» Тот сказал: «Ты вырос, я могу оставить тебя, пойду на святые места, на паломничество, принять омовение в этих святых местах». Он сказал: «Зачем тебе идти? Вот смотри, в Павансароваре все святые воды со всех святых мест». И вот он пока, он призвал всех, вот, всех этих деватов, всех святых мест, они пришли, поклонились Нанди Бабе и вошли в форме воды в этот Павансаровар. Павансаровар в Нандагауне. И там Санатан Гасай жил, по милости Бхагавана. И вот Махарадж там говорил харикатху какое-то время. И вот Нанда Баба, видя, что все эти божества всех святых мест пришли, представились ему и превратились в воду, и вошли в этот Павансарова, и поэтому он передумал куда-то ехать. И вот он сказал, что там есть колодец, очень важные все воды всех святых мест, там и там. Набери ты воды в золотой горшок. И сегодня вот тот самый день. И сегодня также набирают воду с этого места. И вот я вспомнил, Гуру Махарадж был в Пури. Спросил, пойду ли на Снан-Ятру. Я сказал: «По вашей милости пойду, но как туда попасть?» Но по милости Гуру Махараджа я пришел и увидел огромную очередь, тысячу людей, как я туда попаду, меня не пустят, но так или иначе, по милости Гурудева, я вошел в храм без денег, но денег не было, у меня Гуру Махараджа денег я не просил. Люди в очереди стояли за деньги, а у меня ничего не было. Так зашел туда, потом увидели, Джаганат шел на алтарь. Я подумал, меня в алтарь меня тоже не пустят, там еще кордон полицейский стоит, не пускают никого. Я думал, что же делать? Побьют еще, если полезу
И Махарадж был достаточно молод в то время. И вот однажды какой-то охранник зазевался. Я увидел, он зазевался. Я быстро прошел мимо, тут начал возмущаться. Ну кто там начал возмущаться, ну, в общем, другие сделали вид, что ничего не произошло. В итоге я так через охрану побежал к алтарю и созерцал Джаганатха, была Девы Субхаду вблизи. Там омывали, видно было, что омывают золотых горшков их. И вот много во время Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа посещал Ратха-ятру. И в то время там толпа могут задавить случайно. Поэтому надо аккуратно. Готовили много еды, предлагали это, раздавали просад всем без ограничений. И вот сейчас я думаю, какова ситуация сейчас, кто, где обрести такую божественную любовь. И вот сегодня тот день, это было указание Джаганатха Индрадьюмны Раджи, и что возьми меня, Баларама и Субхадру, поставь на алтарь, принеси 108 золотых горшков воды из того колодца, нужно воду добавить кастури, чандан, какие-то такие какие-то ароматные воды, и потом омыть это этим всех Сударшаны, Браму также, и все люди могут видеть Снан-ятру снаружи, поскольку алтарь они помещают наверх, на стену, чтобы видно всех было, что народ собирается вокруг и смотрит. И так или иначе, день за днем люди становятся большими материалистами, теряют веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И после того, как Джаганатх принял омовение в 108 горшков холодной воды, чандан, кастури и все остальное, золотые, горшки не кастури. И вот их омывают, и после того, как омовение кончилось, естественно, краска вся, краска, которая была раскрашена тело Джаганатха, она тускнеет. Джаганатх, он заболевает какой-то простудой, как обычный человек, как Шичитани Махапрабху был в Гае, тоже подхватил какой-то простуду. Аюрведический доктор не нашел никаких решений. Махапрабху сказал, что идите, найдите чистого брамана, мойте его стопы и принесите воду, мыть его стопы. Это будет мое лекарство. И Кришна в Двараке также сказал, у него была головная боль, и сказал, что если найдете чистого преданного, который даст пыль со своих стоп, это будет лучшее лекарство для меня. Не нашли никого, а когда он пришел во Вриндаван, сказал, что Кришна болен, и единственное лекарство – это пыль с лотосных стоп преданных. Гупи сразу сказали, сколько надо пыли, бери. Если Кришна доволен, ему станет легче,
то мы готовы отправиться в ад на долгое время, не проблема. Главное, чтобы Кришне было лучше и легче. Если это поможет Кришне, то мы готовы отправиться в ад. И вот Махапрабху тоже подобную лилу совершил. И вот в итоге простуда его пропала, и также указание Джаганатха, то, что после того, как это омовение кончилось, потом нельзя 15 дней показывать Джаганатха публике. Поскольку краска слезла с него, из-за омовения выглядит страшненько, и поэтому две недели надо подождать. И вот панды готовят лекарства для Джаганатха и поют его. Пачан, ну вот это вот аюрведическое лекарство, которое готовят для Джаганатха, пачан называется. И вот 15 дней Джаганатх не дает никому свадаршан, и вот находится внутри храма, и в это время Джаганатх только ест параману и вот это лекарство от простуды. И после этого первый дарш называется Натроцов, когда его заново окрашивают, Джаганатх становится очень свежим, в новой одежде, уже здоровый, без всякой простуды. Вот Джаганатх дает всем свой даршан, и это лила, показанная сочетанием Махапрабху. И в день первого открытия, какую радость сочетание Махапрабху испытывает. Сегодня первый даршан Натроцов, буквально праздник для глаз, и Махапрабху весь день танцует. Все преданные Мукунда, Адвайта Гасая, все они вокруг Джаганатха, храма Джаганатха. Сегодня такой великий день, и когда Махапрабху. И вот эти 15 дней нет даршана Джаганатха, Махапрабху сказал: я лучше, я пойду в Валанатх, не могу это стерпеть. И вот он. Это где-то 20 километров от Пури, я много раз был там, в Алалнатхе. Это место основано Альваром. И вот Махапрабху решил отправиться туда. Махапрабху пошел, 15 дней находился в этом Алалнатхе. И потом он вернулся в Пури, чтобы встретиться с Джаганатхом. И вот, видя Бхаву Джаганатха, если вы поймете, что-то вы буквально сойдете с ума. И вот это Снан-ятра, есть не только Радха-ятра, есть Чандан-ятра, Старатха-ятра, Снан-ятра и прочие ятра, Чандан-ятра. И это, как это, лодочная ятра. И эти панды, они тоже, ну, множество всяких этих ятр. Вот Джаганатха. И вот сегодня очень хороший день. Я обычно хожу, предлагаю воду Джаганатху, но сегодня физически не успел. Я хочу увидеть Джаганатха отсюда. И вот та шлока, с которой я начал, не смог объяснить ее полностью. Only you can search whole world and find one man who like to hear absolute truth. One or two.
One or two, you search for one. The devil likes to hear absolutely. Then you get very angry.